На неделе Кишинев посетил доктор экономических наук, главный редактор «Финансовой газеты», известный российский публицист Николай Вардуль. На встрече с общественностью и журналистами он размышлял об экономических кризисах. Эксперт считает, что такие явления необходимо тщательно изучать и делать все возможное, чтобы этого больше не происходило. Кризис. Значит, можно ведь к ним подходить и так, что кризис преодолен тогда, когда он в этой форме не вернется. Когда мы сделали из него выводы, извлекли уроки, изменили что-то в политике так, что условия, которые вызвали его тогда, больше не сработают так же. В Приднестровье на экономику негативно влияют внешние факторы. Это экономические ограничения со стороны Молдовы и Украины. Они были введены в 2006-м, а в прошлом и нынешнем году стали ужесточаться. Свой вклад в падение приднестровской экономики внесла и девальвация национальных валют в соседних странах. По итогам 4 месяцев текущего года объем промышленного производства по всем предприятиям сократился на 17%, объем экспортных поставок на 25%, объем импортных поставок на 21%. На неделе Минфин опубликовал перечень предприятий, которые сократили налоговые отчисления в бюджет. Так, компания «Шериф» за 4 месяца уменьшила поступление на 100 миллионов рублей. Сокращение налоговых платежей демонстрируют и такие крупные предприятия, как молдавский «Агресс», завод «Квинт», молдавский металлургический завод. Аналогичная ситуация наблюдается и в банковском секторе. Отрасли машиностроения и металлообработки также не стали исключением. Минэкономразвитие не исключает дальнейшего ухудшения ситуации. С 1 января 2016 года может прекратить свое действие режим автономных торговых преференций, которые на сегодняшний день действуют для наших предприятий при осуществлении экспорта в Европейский Союз. В правительстве считают, что сейчас все усилия нужно направлять на изменение ситуации внутри республики. Начать предлагают с налоговой реформы. Существующая система была введена 15 лет назад и сегодня уже не отвечает современным реалиям, говорят специалисты. Концепцией налоговой и бюджетной политики предлагается в 2016 году перейти на новую налоговую систему путем введения налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации и налога на имущество юридических лиц. Главная цель концепции – адаптация нашего законодательства и вхождение Приднестровья в единое налоговое пространство Евразийского экономического союза. На заседании правительства отметили, что гармонизация налоговой системы с правилами, действующими в Евразийском союзе, поможет и тем предприятиям, которые работают на европейском рынке. Регулирование, в том числе налоговое регулирование в странах Евразийского союза и Европейского союза, во многом сегодня совпадают. Есть много пересекающихся точек. И наше Министерство экономического развития постаралось эти пересекающиеся линии провести и в нашей концепции. Потому что совершенно очевидно, что и европейских партнеров также не устраивает неадаптированность к современным реалиям приднестровская налоговая система. По мнению председателя правительства, текущая социально-экономическая ситуация не позволяет и дальше откладывать введение нового налогового законодательства. Принимая решение, хочу акцентировать внимание, что ответственность несут абсолютно все органы государственной власти. Адаптация системы с учетом наших ресурсов, наших возможностей, я полагаю, будет приниматься, безусловно, решениями правительства. И в этой части у нас, к сожалению, лимит времени исчерпан. Кроме налоговой концепции уделено внимание и бюджетной политике. Ее приоритетами определены здравоохранение, социальное обеспечение и образование. На эти цели планируется направить не менее 50% от общей суммы. В целом бюджетная политика государства на 2016 и 2017 год будет базироваться на оптимизации уровня государственных расходов во всех отраслях экономики и во всех государственных функциях, которые осуществляются правительством. В правительстве намерены обратиться с просьбой к президенту, чтобы глава государства внес проект концепции на рассмотрение Верховного Совета в режиме законодательной необходимости. В свою очередь депутаты тоже предлагают варианты выхода из сложившейся ситуации. На неделе рассмотрели антикризисный законопроект, который разработали в парламенте. Немножко удивлен в том, что совсем недавно была отклонена инициатива правительства, в которой концепция была обозначена точь-в-точь, какая сегодня звучит. Стабилизация экономики. Но это стрел на результаты голосования. Как раз два автора, которые здесь сегодня выступают якобы с концепцией нового проекта, депутат Пасат и Коршунов, два автора голосовали против.
прошлом месяце депутаты не приняли антикризисные предложения правительства. Тогда предлагался ряд мер для стимулирования экономики, что должно было позволить государству получить дополнительно 50 миллионов рублей. Но инициатива была названа неприемлемой и осталась только проектом. Многие предложения правительства и депутатов касаются одной и той же сферы, но регулируются по-разному. Я вижу работу в этом направлении, в производственном секторе именно, и в сельскохозяйственном секторе, где необходима государственная поддержка нашим сельхозпроизводителям. То есть определенные штампы выводов экономики из кризиса. В этом законопроекте, к сожалению, я этого не вижу. Начали хорошо там. Новые производства, нулевая налоговая ставка. На этом все заканчивается, к сожалению. Дальше я в законопроекте не вижу логического хода оздоровления нашей экономики. Депутат Зиновенко говорит о предложении коллег освободить от налогов вновь создаваемые предприятия на 5 лет. Важно отметить, что с подобной инициативой недавно выступало правительство. В законопроекте правительства было сначала предоставлялась льгота, но дальше была и ответственность, если предприятие потом закроется раньше определенного времени, то есть не вернет государству тот самый налоговый кредит. У вас такого нету, поэтому возникает вопрос, что будет, если предприятие открылось, 5 лет отработало, закрылось, поменяло вывеску и опять открылось? В непринятом правительственном законе предлагалось уменьшить перечень товаров, на которые государство могло бы контролировать цены. Теперь уже депутаты предлагают подобную меру, правда, есть и отличия. Если в такой редакции будет, то воспользоваться правительство этой нормой не сможет. А также хотел бы определить, что при снижении стоимость импортируемой продукции у нас никаких рычагов у правительства не будет. Одно из предложений, которых не было у правительства, не повышать минимальный размер оплаты труда, который применяется для расчета зарплат. Мы говорим о заморозке, о приостановлении роста мрота. Вы за 3 года посмотрите динамику роста мрота и посмотрите инфляционную динамику. Сравните эти цифры, ужаснитесь и скажите, ну не могут наши экономические агенты даже в нормальный период работать без кризиса, тянуть такой рост мрота. А мы сейчас находимся в кризисе. Вопрос первый, касающийся предложения заморозить мрот. Значит ли это, что авторы законопроекта выступают за снижение заработной платы для хозяйствующих, для работников, работающих в хозяйствующих субъектов? Также для развития бизнеса депутаты предложили до конца 2016 года уменьшить налогооблагаемую базу при изменении курса валют в других странах. Разработаны и другие меры. Некоторые из них правительство готово дорабатывать и согласиться. На практике мы столкнемся лишь с тем, что мы просто недополучим деньги и не сможем выплачивать даже те 70%, депонируя 30%, вот в условиях, которые есть сейчас. Данный законопроект, он составлен исключительно бизнес-сообществом. А я напомню, что у нас порядка 140 тысяч пенсионеров и еще 60 тысяч бюджетников. Возможно, некоторые здравые мысли и зерна в данном законопроекте есть, однако в целом законопроект не соответствует текущим реалиям. Он носит теоретический и, возможно, какой-то популистский характер. В правительстве выступают резко против той части законопроекта, нормы которой могут привести к тяжелым последствиям. В Министерстве экономического развития обращают внимание, что принятие закона может снизить поступление в бюджет. Несмотря на возражения правительства и части депутатов, большинство все-таки приняло законопроект в первом чтении. Вообще в политике, в любой, в экономической, в прямом смысле, очень важен порядок шагов. То есть ты можешь и видеть правильную цель, стремиться изменить порядок шагов, поторопиться, и у тебя получится совсем не то, куда ты шел. Кризис изменил сам подход к мировой экономической политике, говорит Николай Вардуль. Эксперт настаивает, что сейчас требуется создать такие условия, при которых он не может повториться. Специалист уверен, что сейчас многие цели можно реализовать мощью экономики. Она гораздо важнее личных амбиций политиков. Александр Лагутин, Андрей Малеванный и Степан Бугаев. Точка отчета.